В проблеме нейроинтерфейсов существует очень трудный технологический вопрос. Как расшифровать внутренние образы человека, если мы на поверку имеем только электроэнцефалографический сигнал? Совсем недавно вышла статья в Nature, где исследователи показали возможность расшифровки не просто каких-то тотальных намерений, тотальных действий рукой, ногой, а отдельными пальцами отдельных жестов. Это дает возможность сделать тренажеры для тренировки мелкой моторики. Но что конкретно написано в статье и как они это сделали, мы разберем в рамках нашего курса.